Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». В начале 90-х понятие «мобильный телефон» не казалось жизненно важным. Сегодня этот девайс стал настолько привычен, что многие не могут без него обойтись. Даже дети имеют современные мобильные телефоны с набором дополнительных функций. Но есть телефоны, которые могут себе позволить лишь состоятельные люди. Их называют имиджевые.